Юниформ, вы все слышали. Можете подтвердить его рассказ? Понял тебя, Райзер. Судя по снимкам со спутника, он не соврал. Тебе придется пробираться через систему печат. Мы уже почти закончили с подготовкой торжественной встречи Хасана и Меринова. Поспеши или опоздаешь. Да, сэр. Такое событие я пропустить не могу. У нас нет никаких данных, сколько противников были в этих пещерах, как хорошо они будут. Вам следует оставаться. Юниформ, у нас статические помехи. Судя по всему, камни мешают. Доложу, как буду наверху. 3-2, конец связи. Иди за мной и будь начеку. Камни скользкие. Держись! А? Ябду аннаху ля шай. Черт! Акрау хадал макан. Спасение утопающих? Заткнись. Черт, винтовка! Твою мать! Сколько патронов у тебя в пистолете? 15. Это, конечно, не прогулка по парку, но здесь немало темных мест, где можно спрятаться. И у меня еще остался бинокль. Как можно по-другому сказать «вниз, Коул»? Ну ты же герой, а я просто наводчик. Плюс это твоя винтовка. Проныра. Да, винтовки перед тем, нет, друзья. По мосту проверь прожектор. Если здесь поднимут тревогу, мы трупы. Надо держаться в тени. Ну и что они предлагают делать? Наводчик, я так понимаю, у нас остается здесь. Да. Ладно, пойду поближе спущусь, потому что с такого расстояния, конечно, не вариант палить. Ну вот, смотрите-ка, количество патронов резко вырастает. Что там делать с этим прожектором? Стой! Из туннеля справа выходит патруль. Вижу. Три цели. Не горячись. Жди момента. Еще совсем немного. الفرقة تطاردني لو اقتحموا القاعدة سننال منهم. Уплывут. Все чисто, дождись прожектора. Так, ждем прожектор. Слушай, только я не пойму. Замри. Как же все-таки там пробежать мимо него? Ладно, идем. Пошел, пошел, пошел. Да тихо, тихо, ладно, пошел, значит пошел. Я прошел. Хорошо, один противник у тебя на пути. Сейчас будет хедшот. Или ножик. Хедшот пусть будет. Так надежней. Во всяком случае, сейчас. Так, патроны нет. Естественно, у него не получится взять. Перезаряжаем. И выдвигаемся. Диос, жду подсказок. Их не трогать. Можешь пройти вокруг по тропинке. Думаю, я уже немало тут сделал. Мне слышится сожаление? Нет. Эргономика. По тропинке. Это ж как? А, там есть проход все-таки. На радаре он тоже виден. Либо расстрелять их. Но 5 целей слишком, мне кажется, много. Отворачивайтесь все. Отлично. Вот так вот быстро тоже можно перебегать. Ух ты, ё-моё, прям на меня смотрят. Ладно, тоже пережидаем тогда. Внимательно за ними следим. Была бы винтовочка, конечно, можно было бы попробовать троих этих снять одной пулей. Про Меринова что-то они там обсуждают. Удалось уловить это слово. Ну что, как думаете, потихонечку выдвигаться? Или буду заметен? Наверное, нужно выдвигаться сейчас. Пошли. Вижу патруль, движется по тропинке в твою сторону.
бог ты мой, здесь негде спрятаться. Лезь в воду, живо. Тэббен, Махава. Самаатава. Офигеть. Так, дальше-то что? Вовремя мне сказали в воду спрыгнуть. Я бы там сейчас бы бочку искал, наверное. Все, упустили меня, голубчики. Профукали момент, когда меня можно было убить, а теперь я буду с ними расправляться. Отлично, чистейшая. Одна как лед. Хочешь попробовать? Я тебе верю, залезай на причал. Так, залезь на причал. Но тут мне мешает один. Нужно разведать, что там впереди. Хм. Так, спокуха. Бум. До свидос. Вот, на самый верх нам туда нужно. Так, с этими как двумя поступим. Да блин, да выйдет из лестницы грёбаной. Ну, они вроде бы смотрят в другую сторону сейчас. Сейчас попробуем мимо них прошмыгнуть. Давайте вот так. Иди по верхней тропе, там будет меньше противников. Ё-моё, еще кто-то здесь есть. Здесь очень легко устроить засаду, будь осторожен. Так, ну, они идут прямо на меня. Или они там понизу где-то идут. Блин, слушайте, понизу. Стой. Да вижу я. Попробуем Тихо. Прямо здесь. Рядышком. Ё-моё. Двигайся по тропинке вглубь пещеры. Офигеть. Да, противников дофигища здесь. Если убьешь часового сзади, постарайся оттащить его тело. Что нужно сделать? Тело оттащить? Тревогу не подняли, друзья, это самое главное. Я не вижу про... А, вон он, прожектор. Так, сейчас они его крутанут. Ладно, потихонечку идем. Чего? Не успел уловить, конечно, суть его монолога. Вообще, с кем он здесь разговаривал? Так, в любом случае, сейчас с вами поднимаемся выше. Это нужно делать максимально осторожно. Наконец-то. Вижу свою винтовку. Слава богу. Надеюсь, что с ней все в порядке, потому что свет нужно как-то погасить. На стволе пара царапин, но крючок, оптика и газовая система, кажется, целы. Хорошо. Уничтожь прожекторы всех врагов в его окрестностях. Хм. Так, ну, начнем мы с вами с прожектора, я так понимаю, да? То, что у нас именно... На прожектор указывает индикатор соответствующий. Поехали. Бумс. Все. Засуетились. Но они не понимают, в чем же здесь дело. Так. Двоих мы сагрили. Так, чистим район с вами. Ух ты, ё-моё. Можно прямо так вот прямо стрелять, потому что ветер всего лишь 1 метр. Секунду. Это нам на руку. Ну и где та еще цель? Вот он, голубчик. До свидания. Все. Отличный выстрел. Отлично. Но дорога не фонтан. Я меняю позицию. Понял. Встретимся впереди. Новая задача — добраться до следующего пункта. Надеюсь, это не будет слишком сложно. Меняю позицию. Не светись, не шуми. Ё-моё. Привет. А я думал, это конкурирующий снайпер. Ну, давай посмотрим. Давай смотреть. Я противников, у них XM8. Называй цели, я готов. Первая цель за деревяшками. Сейчас, понял. Я им займусь. Так, работаем с целью. Ветер вообще шикарный. Первый готов. Отличная работа. Следующий. Двое
противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Сейчас убьем. Ставлю 50 баксов, что не снимешь одним выстрелом ту парочку. Он еще труп. Один справа. Готов спорить, что с моей стороны цель не видна, не могу стрелять. Будь по-твоему. Есть. Использую колокол, чтобы выманить его. В прошлый раз работало, как по волшебству. Неплохо. Так, среагировал. Давай, сними его. Огонь! О, да! Готово. Ну и теперь осталось разобраться с этими ребятами. Не могу прицелиться. С троими. Ладно, скрываемся, другого выхода нет. За тобой. Скрываемся. Значит, выдаем, наверное, свою позицию. По твоей команде. Сейчас, подождите, дайте попробую троих сразу. Ой, троих, двоих. Диеста по-любому мне поможет сейчас. Вот, по-моему, шикарная вообще позиция. Давайте вот так вот. Бумс. Не, не получилось. Я его, наверное, только ранил. Ну давай, вали его. Ха-ха. По моей команде. Что по моей команде? Что он хотел вообще сделать? Не совсем понимаю. Так, где? Здесь ступенечки. Вот они. Мои родненькие. Склад оружия. Похоже, здесь значительная часть их запасов. Оружие, патроны, взрывчатка. Должно быть, это один из их основных складов. XM8 с глушителем. Благодарю. Вот C4. Бери и начинай все мини. Так, первый C4 здесь. Где следующий? Так, второй здесь. Сейчас обрушим здесь все вот эти постройки. Наверное, в таком случае мы сможем их хорошо, отрезать от себя. Отрезать. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Отрезать их от возможности нас преследовать. Давай. Уходим. Может быть, сейчас здесь где-то уже надо. Нажать. Думаю, дистанция достаточна. Пора запускать фейерверк. Ну, я готов запустить фейерверк. Сейчас подеря. Вот. Срывай. Не нравится мне этот звук. Бежим. Тут и так все держалось. Это не только из-за взрыва. Я на месте. Пошли. Давай направо. Там туда. Иди, не останавливайся. Бегом. Шевели задницу, иначе не успеем. Блин, не знаю, почему я замедлился. Что он устал, дайте пистолет возьму. Ну да, скорее всего, устал. Ну хотя нет, смотрите-ка, дыхалка у него показывает на максимуме. Не знаю почему. Так медленно движется. Причем, видите, вроде бы и урон получает, а здоровье у него не падает. Но самое главное, выходим с вами. Еще быстрее. Вот это, конечно, побег. Давай, притопи, блин. Нет, все-таки дыхалка не позволяет. В ближайших эпизодах, друзья, мы с вами доберемся до самого главного злодея. Здесь мы на этом уровне убили 15 врагов, 5 из них выстрелами в голову. Общая метка 75% и очень непродолжительный уровень. 13 минут. Спасибо за просмотр видео. Увидимся в следующем эпизоде. Всем пока.